Всем привет! В этом выпуске трамвай Татра Т3 двухэтажная. Обычно говорят двухдверная, но у меня двухэтажная. Как вы думаете, сможет ли этот трамвай ездить под одной контактной сетью с обычными трамваями? Главное это не забывать про пассажиров. А вот этот трамвай пассажирам явно не понравится. И скоро узнаете почему. Для тех, кто пропустил предыдущие выпуски, я напомню, что у меня уже есть Татра Т6Б5 с передней маской от КТМ5, а также сочлененный троллейбус Шкода 9Т, как оказалось, это был проект Шкода 10Т. Для того, чтобы узнать, сможет ли этот трамвай ездить под одной контактной сетью с другими, возьмем классическую Татру Т3, одноэтажную. Ой, это не классическая Татра Т3, но пусть будет. Поднимаю пантограф. Да, в таком положении трамваи могут работать под одной контактной сетью. Данные трамваи не будут любить пассажиры высокого роста, потому что на первом этаже данного трамвая будет и высокий пол, и низкий потолок. Потолок будет начинаться сразу за окном. Спасибо за просмотр.